Следствие всех цен в канале Акварелька. Сегодня мы в гипермаркете Лента. Посмотрим, какие цены, что новенького привезли. Так, вообще-то я пришла за семенами. Пойдемте, друзья, за семенами. Начинается у нас уже сезон семян. О, классные печеньки вкусные от Ленты. Так, сколько стоит? 139 рублей венские. Тяжелые довольно. Ну ладно, начинается сезон у нас посадочный. И вот уже семена выставлены. Так, цены какие? По 21 можно купить цветы, семена цветов. Огурчики 29 рублей, 11 рублей имеются. Вот сорта. Малыш. Редиска. Зеленушечка. Даже пахнет семенами. Так вкусно. Так, и по 2 рубля вот такие маленькие пакетики. Огурцов. Огурцов засолченные вот есть. Так, свекла. И свекла, как правильно говорить. Это столовая свекла. Ну, тут сорта можно выбрать. Так, морковь. Московская зимняя. Ну, хорошая. Так, и базилик. Зеленый. Но вот зеленый я не люблю. Так, фиолетовый. Это укроп. Петрушка. Ну, петрушку можно обновить. Так, засолочный все. Так. Чуть зеленый базилик. Так, томаты. Томат. Еще по 2 рубля можно купить семена. Тыква. Вот вижу. Вообще сейчас, конечно, сезон будет сеять. Нужно будет перец болгарский. Так, а вот семена пока капусты есть. Вот томаты. Томаты скоро будем сеять. А это что такое интересное? Красный узор. Семена. Щавель. Капуста. Мелокочанная. Так, мегатон. Ну, вот эту капусту я не знаю. Что за это? Вот семена? Советуйте брать это или не брать. Так, томатики. В прошлый раз... А, это тыква. Знаете, как быстро разбирают семена дыни? Дыни, вот дыни. В прошлом году я не успела купить. Так, а вот капуста есть, смотрите, пекинская по 39 рублей. Но только один сорт. Так, и перчик, смотрите. Так, вот какой перчик. Цены. Морковка. Цветочки. Так, ну перца что-то маловато. Так, сейчас мы посмотрим. Ну, выберу я себе какую. Какие-нибудь сорта тоже интересные. И тут пошли уже цветы. Цветы, цветы. Все цветы. Любительница цветов. Огромный выбор. Так, а саженцы нужно тоже посмотреть, завезли или нет. Еще саженцы тоже должны завести. Так, вот этот красивый. Красивый астра. Красивая. Вот, смотрите, вот эта вот трава тоже красиво растет. Кармези. Как капустка. Такая, что такое спряталась. Василек. Василек 20 рублей. Взять, что ли, василек. Так. Сейчас я, наверное, буду отключаться и выбирать себе. Вам покажу, какие выбрала. Тут, кстати, можно грибы купить. Вот они. Опенок.
по 159, по 130, ну, вот такие цены на грибы. О, горох есть. Так, горох тоже возьму. Люпины, вот кто-то искал люпины. Так, салат, семена. О, салат надо взять. Так, а это что? Так, матиола. Я не знаю. Так, что-то салат сюда затесался. К цветам у нас Турция есть по 2 рубля. Астра есть. Набрала много разных семян. Сделаю более подробный обзор уже дома. Конечно, здесь очень большой выбор. Петуни можно уже вот сейчас сажать. Так, а где, кстати, они? Что-то я не вижу петуни-то. Так, а вот это вот, вот петуния звездная. 20 рублей. Гвоздички. Ой, какая красивая. Астра звездочками 14 рублей. Очень хорошо разбирают грунт. Вот большая упаковка на 50 литров. Это 259 рублей. Это 365 дней. Поменьше пакетик 39 рублей на 5 литров. Горшочки 39 рублей упаковка. 5 штук в упаковке. Есть поменьше. Есть вот такие рассадники по 159 рублей. Здесь уже с таблетками. Такой мини-огород будет. А также есть светильник. 699 рублей. Он уже вот устроен вот так вот. Целая конструкция уже внутри. Леечки по 159, опрыскиватели 129. Инструменты. Так, вот этот отдел самый такой сладостный, вкусный. Здесь свежие ягоды в ленте. Так, ну ценовод. Клубника 259, ананас 229, малина 289. Ну, ананас, конечно, это вообще малюточка. Ни разу такой не пробовала. Красный перец 239 рублей. Огурчики по 112. Но они разные. Вот колючие по 149 рублей. Томаты 159 на ветке. Но вот это, мне кажется, они самые ароматные, вкусные. 115 есть цена. Капуста китайская, пекинская 109 рублей за килограмм. Ну и обычная капуста белокочанная 11,89. Лук 17 рублей. Так, а тут вот все экзотическое. Авокадо. Так, ну авокадо, конечно, очень полезный. Интересно, он фрукт или овощ? 399, вот такая упаковка. А можно по 79 взять. Такой темненький и светленький. Так, я руки, конечно, обработала. Но они все какие-то жесткие. Так, а это... Какой фрукт, интересно. Это маракуйя по 119 рублей, а манго 479. Одна штука. Что? Одна штука. Да, прикольно. Также можно купить томаты черри уже в упаковках. О, айсберг. Вот айсберг очень нежный, вкусный. Вот здесь вот уже готовые салаты. Готовые для салата, мытые, нарезанные.
Отсюда можно купить разные салатики. О, смотрите, имеется в продаже стебель сельдерея 89 рублей. Так, а 89 рублей это штука? Так, в цене карта. Одна штука, да. Вот, взвешивать не надо. Вот взяли, 89 рублей погрызли, напитали себя витаминами и полезными волокнами. Вот, такие грибы по 229. Кедровый бор грибы 199 есть. Свекла 17 рублей. Морковка 20 рублей 59 копеек. Такая хорошенькая, большая. Яблоки по 79 рублей. Ну и выше. Апельсины 59 рублей. Мандарины 119 и вот такие 69. Уже мандарины как-то не сильно уже хочется. Потому что Новый год. На Новый год на все наелись, наверное. Так, оливковое масло за 360, от 365, стоит 279 рублей. Здесь целый литр. Ну, бутылочка пластиковая. Мука от этой тоже компании стоит 47 рублей 2 килограмма. Так, а рожки 129 рублей, макароны, вернее, здесь 3 килограмма. Двигаемся дальше. Ой, мои любимые конфетки. 249 рублей рафаэлки. Но они здесь какие-то с малиной необычные. Шампанское. Чили 449. Но это не шампанское, это вино. Дальше двигаемся. От ленты есть крупа, рис, гречка. 64 рубля. Так, а здесь что, пшеничное и молоко сухое 209. Так, вот консервы. Консервы рыбные, мясные. Вот рыбные, мне мама сказала, что нужно выбирать 5 морей. Самые вкусные от 5 морей. А то я как-то взяла вот что-то непонятное. Вот, знаете, невкусно было. В общем, надо смотреть, чтобы было написано 5 морей. Активе сегодня здесь по 24 рубля, очень вкусная. Так, вот здесь с экзотическими есть. С киви, с курагой. Так, а я вчера брала вот с черникой, тоже вкусно очень. Так, а здесь по 26, это уже у нас без добавления сахара био-йогурт. Так, сметана от Простоквашино 59 рублей, 20%. Однозначно берем по акции. Хорошая сметана. Ну, наверное, еще все-таки возьму я Активию. Так, лен, черника и 5 злаков. Так, а вот и с клубникой. Так, с клубникой можно взять. Так, очень вкусный здесь холодец. Печенка жареная. Готовая уже, готовая продукция. Обязательно возьму что-нибудь. О, смотрите, календарики по 30 рублей. Такие отрывные. Ленч. Картон. Так, ну на этом буду заканчивать свой обзор. Всем крепкого здоровья, счастья, любви. Подписывайтесь на мой канал, на канал Акварелька Лайф. Это у меня второй канал. И плюс еще подписывайтесь в Инстаграме и ТикТок. До новых видео. Пока-пока.